Наши спортсмены черговый раз рихтуются завоевать сусветные вершины. Суровые тренировки, наладженная система отбору, праз усё гэта проходят юнаки и девчаты. У каждого удельника одна мета – перемагчы. Я в этом спорте уже 14 лет. Пришел сюда, когда начал учиться в университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь. Ну, там и становился мой путь, так скажем, пожарного спортсмена. На каждый старт заряженными, уверенными в своей победе и в своих силах. Занимаюсь пожарно-спасательным спортом я уже в течение 4 лет. Это уже далеко не первые мои соревнования в этом виде спорта. Планы на будущее все раскрывать не буду, но хочу отобраться в сборную Республики Беларусь в этом году и представлять нашу команду в Казахстане, в Астане. Існуючая у Беларуси система подрыхтовки спортсменов наладжена добра. Усё для того, как годно представить свою краину на сусветных стартах. У пожарно-выратовальный спорт может прийти каждый жадающий. Головная старанность. Основная цель – это совершенствование навыков подготовки спортсменов-спасателей. Сборная команда Республики Беларусь ведет планомерную подготовку для участия как в международных соревнованиях, так и в чемпионатах мира по данному виду спорта. Этап отбора завершится 15 соковика. У вересне лепших з лепших чакают 21-е международные споборництвы у китайском городе Харбин.